вот решает правительство ввести, а, это про, по поводу курса, Эдми негодует, у нас там ребята гибнут, а мы тут о еде, деньгах думаем, стыдно, потерпим, все хорошо будет, говорит Эдми. Ну, Эдми, понимаете, в чем дело? То, что на Украине происходит, да, это большая трагедия. То, что делают, значит, российские военнослужащие ценой собственной жизни, там, отражают, спасают и так далее, это великий подвиг, это понятно. Но есть еще другие процессы, которые происходят. Не все происходит там. Понимаете, в чем дело? Вот, многое происходит и здесь. И это тоже на нашей с вами жизни отражается. Мы не можем не говорить про деньги, про то, чем кормить детей, про то, где работать, потому что вот на Украине мы не можем замереть, понимаете?